Мы знали, что команда... Мы играли против сильной команды. Мы играли против тренера, который тренирует национальную команду России. Вот. Поэтому мы знали, что в этой команде мы видели, мы с ними играли 4 игры, собранные очень сильные мастера. Поэтому для нас очень важно было не уступить, как бы там ни было, в любой ситуации.